Вот сделали парк, так? А скамейки вам поставили эти камни, их тягают сюда-туда. Их очень мало. На каждый стол хотя бы по 4 нужно было сделать. Они сделали по 2 штуки. Закрепите, чтобы оно стояло, чтобы люди могли прошлись. Вот так их тягают каждый вечер, молодежь их переворачивает. И не отдыхнуть ничего. Кое-что, конечно, бы хотелось, чтобы тут был порядок, чтобы старики могли выйти, на весе какой-то сделать, чтобы старики в жаркую погоду могли выйти. Сидят по домам и все. Вот это такой наболевший вопрос. Вечером придите сюда и посмотрите, и вам тысячи людей скажут, что у меня такой беспорядок здесь. Этот шум этого, без, конечно, вот это арабы, которые созывают на молитву. 4 часа ночи. Но есть же закон в Израиле, и он не работает. Что говорят так, с 11 до 6 должна быть тишина. Они орут, что во всех домах дети просыпаются. Разве это мыслимо? Это немыслимо. Почему не занимаются ничем? И вообще я не обращаю внимания, такой район. Начали засыпать яму уже полгода. Так яме дали год на засыпку. Год. В течение года Алькаблану дали срок по договору. Да, по договору, в течение срока. Да, ну, да. Про самолеты, ну что, шум, конечно, летает, и они очень низко, и такой рев стоит, особенно утром дети пугаются, отдыхать не дают. И молодежь, вот и на них тоже обижаться нельзя, и мне эти тут, я не, абсолютно нечем не заниматься. Сделали парк, вы его сфотографируете. Оставили нам кусочек, а 3 бугра насыпали. Я понимаю, там где большая площадь, может быть, они украшают эти бугры, но на такой площади насыпать 3 бугра и уложить все деньги. А теперь никто и не занимается. Смотрите, больше половины этого парка гуляет, и никто туда не заходит. А детям деньги поиграться. Вместо того, чтобы сделать детские площадки, какие-то спортивные там, чтобы дети могли попрыгать, поскакать, на турнике подтянуться. Этого нет ничего. И никто их не хочет заниматься. Поэтому молодежь там собирается под окнами, люди обижаются, кричат. Вот там я живу, это вот взяли эти бордюры, эти, как их называют, взяли ритор, говорят, взял, намазал их смолой. Ну и что, она день-два подсохла, и опять молодежь. Деваться им же некуда. На них смотрит душа болит. И знает, чем заниматься. Конечно, бы, в общем, тысячи тут невооруженных вопросов. Спасибо. Как вас зовут? Меня Исраил. Спасибо.